И всем привет, ребят, с вами я, Лолочка. Что ж, а мы начинаем, получается, хотела бы ответить вам такую карту, как The Tower of Hell. То есть, получается, тут даже подметили, что это The Tower of Hell. Это сборник всех игроков от самого нового до самого старого. То есть, получается, тут даже пишется, как называется, throwback, the message. Вот этот именно сам. Не представляю, сейчас вроде бы я как бы, ну, не озвучиваю, а вот вживую это все говорю, но ТП из того, что живые чувства, эмоции, как бы, ну, когда ты понимаешь, что у тебя тут просто, ну, ты берешь и записываешь настоящий свой самое, ну, ощущение, когда ты вот именно вот это вот прошел. Ну и из-за этого я вот, ну, не снимаю отдельно видосики, но именно сначала записываю, чтобы там что-то идеально прошла, типа такое. Вся. Но прошла такая вся. Говорю таким спокойным голосом, ну ничего страшного, ведь я тупо просто беру и прохожу. И если даже вздыхаю, то пофиг, мне попросту пофиг. Нет, такого не бывает. Я просто, бывает даже вот, когда я разозлюсь из Тауэра, то лучше от меня отходите. Ну, понимаю, что из-за Тавра там, ну, подумайте, как так можно разозлиться из-за Тавра. Это бывает очень редко. Так. Тут сложно. Выбор без выбора. Короче, все равно я сами здесь. Мне вот непонятно, апдейты, вот это кому же, это целый проект, либо, ну смотри, о, я не слилась. Как, либо, это уже пятый, либо по работе с The Hollow Pre-Session, она должна прям просто... Уровень моего английского просто шикарный. О, кружки, тоже сложный навык, но лично для меня он, ну, не очень такой прям приятный. Колючий ежик, короче. Он быстро проходится, да, но сложновато. О. Ого, седьмой уже снег. О, это я тоже люблю. Но тут знаете что? Возьмешь, упадешь, уже все. Тупо из-за того, что ты в ловушке считаешь тоже. Текс. И восьмой. Это получается вот такой вот. Текс. О, все, прошла. Текс. Не. Так, лучше я отсюда начну сразу. Блин, калашатятся они все так. Калашатятся, что? Короче, бесятся они очень сильно. И это десятка получается у меня уже. Ого. Чё так много? Ну, короче, вот так вот. Блин, вот это вот сложная штука. Так как оно тупо с каждым разом все ускоряется и ускоряется, но ладно. Вроде бы это прошло. Вроде бы как. И, собственно, если посмотреть на табличку лидеров, то моя башка уже утирает. Ну, хоть на немножко. Так. Может быть, я просто хотел еще такой момент. Может быть, взять и...
вот эти вот уже библиотеки. Подождите, это какой? 12? Так, я так поняла, по очереди, вот какой будет был самый первый, и получается, самый последний будет вот самым новеньким, я так поняла, или как, но... Либо я хз, как они тут его так распределили, я так поняла, что это вот сборник по самому первому и самому последнему апдейту вот, вот этих вот штук. Ну, давайте тогда просто... Блин, ну я хотя бы вот здесь была. Что ж, с вами была я, HoloLashFest. Собственно, как-то быстро сделано, но все же... Короче, заходите, это карта The Double Hell. С подсылками видео будут, получается, мои игры сами. Там, там где Пози, Спаси Пози, там тоже вот типа наподобие Double Hell. И что ж, ну, собственно, по идее все. Не знаю, что еще говорить, но просто... Ссылка в коммент в описании видео, там получается на Zeta World Hell. И можете на эту, кстати, группу, там вам, по-моему, удваивают вот эти моменты, там потом через эту группу, ну, через эту игру, вот там вот пишется там Дебай. Вот. Вот сюда, короче, вот это вот можете просто вот, вот 1 000 000 мемберов. О, у меня ранг уже был. Ну, да. Ну и тут много таких вот челиков, да. Вот, короче, игра. На нее будет ссылка. И мои игры там будет ссылка. Что ж, с вами была я. Всем пока-пока.